Добрый день. Сейчас вам покажу, что я заказала по распродаже. Смотрите, целая гора вещей. Это все мое. Потом подробно сниму видеообзор. Сейчас я покажу, что я заказала. Вот такую вот куртку из искусственной кожи. Она обошлась там в копейки. Наверное, в долларов 12-13 по своей цене. Все примерим, сделаю видеообзор. Далее, смотрите, заказывала на всю семью, на свою дочку. Я брюки для женщины цвет темно-синий. Здесь сразу вот смотрим, все с чеками у меня, да. Дальше, вот такие вот размер 42 брюки из джинсовой ткани женские с лампасами. Дальше блузка с укороченным рукавом для женщины цвет светло-голубой. Далее, смотрите, платье заказала S-ку, и в следующий раз придет M-ка на выбор, мне есть кому подарить. Цвет красный спортивного стиля, шикарное платье, давно о нем мечтала за копейки. Так, все, чеки-чеки. Дальше брюки для своей дочки размер 42, сочно-зеленый, с попугайчиками, очень веселая, классная, трикотажная. Далее вот такой вот леггинсы спортивный размер S-ка для себя. Собрала костюм, толстовка на молнии. Дальше к той мастерке брюки с лампасами. Далее на меня или на дочку брюки с лампасами синие. Вот такой вот бомбер. Очень классно, я такой ношу, еще один заказала. На смену будет мне. Так, брюки укороченные. Это из автозаказа за баллы вышла толстовка от костюма для маленькой девочки. Это платье от Юдашкина для девочки постарше. Это у нас трикотажный кардиган для женщины с шифончиком. Мне очень понравился. И это блузочка бронзовая с длинным рукавом женская. А также из автозаказа вышли, сниму дополнительный обзор, за 180, за 160 баллов, не помню, вот такие вот туфельки. Лазурный прикольный цвет, если подойдут, будут счастье прыгать с таким каблучком. За баллы это получается, я заработала себе, просто заработала туфельки. Босоножки я уже мерила, шикарные босоножки, очень удобные, они точно мне подойдут, классные, тоже за баллы. Рекомендую, девчонки, очень мягкие, у кого проблемы с ножками. Поэтому, смотрите, еще есть в распродаже у нас одежда, берите и не думайте.